Сотни тюльпанов вручили жительницам Химок. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил с Международным женским днем всех сотрудниц городских учреждений. Счастья, любви, семейного благополучия, крепкого здоровья и хорошего, отличного всем настроения. Врачи, директора школ, руководители музеев и парков, сотрудницы общественной палаты. В этот день никто не остался без подарков. Пользуясь случаем, хочу сказать Дмитрию Владимировичу спасибо. Да простят меня медики, за особое отношение к сфере образования. Я думаю, ни один город Подмосковья не может похвастаться тем, что флаги образовательных учреждений на фоне государственного флага, флага Московской области и городского округа Химки, развиваются на главной площади. После цветы и пожелания получили представительницы спортивной сферы, тренеры и сотрудницы центра фехтования Ильгара Мамедова. Очень неожиданно и очень приятно. Спасибо большое. Приезжайте к нам почаще. Даже в праздничный день нашли время обсудить планы на будущее и как привлечь к фехтованию как можно больше химчан.